Чувашская вышивка – лицо нашей республики. К чувашским узорам и чувашским символам невозможно остаться равнодушным. О том, как развивается народное творчество, смотрите в нашем следующем сюжете. Чтобы привить любовь к родному краю с малого возраста, Пахатери устраивают детские конкурсы, посвященные народной символике и узорам. 229 работ поступило на 5-й по счету конкурс «Чувашский орнамент и значение». Наше поколение подрастает, и я думаю, что по итогам нашего конкурса есть кому дальше сохранить чувашскую вышивку. Может быть, кто-нибудь из участников нашего конкурса займется профессионально чувашской вышивкой и продолжит нашу работу. Мастера фабрики знают о значении каждого стежка и каждого символа национального узора. Своим искусством они сохраняют и развивают чувашскую вышивку. Мы фабрику стараемся сохранить, вышивку тоже стараемся, чтобы она жила. Дети приходят учиться чувашской вышивке, вот, очень интересуются, расспрашивают, как это вышивается. Мастер-классы проводим очень много с детьми. Недавно в садике ездили даже, они тоже очень интересуются, как это вышивается, как это получается. Среди участников конкурса были и дети, и взрослые, и мальчики, и девочки. Сотрудники фабрики и члены жюри в один голос говорили, что работы были выполнены качественно и с заботой о национальном искусстве. Евгения Егорова, Андрей Шоклев, Республика.